Республиканский мультимедийный центр «Саха-Медиа» задуман и реализован как современный многофункциональный комплекс. Медиа-центр открывает доступ к информации жителям Якутии с использованием новейших телекоммуникационных решений. Инновации дают большие возможности в проведении пресс-конференций, брифингов, круглых столов, семинаров, презентаций. Видеостена с антибликовым покрытием, состоящая из 24 жидкокристаллических модулей, визуализирует любое мероприятие. Видеоролики, веб-конференции, инфографика, другие презентационные форматы – все это можно увидеть на экране. Аппаратно-студийный блок по созданию медиа-контента позволяет формировать качественные фото, видеоматериалы высокого разрешения. Камеры-роботы, установленные по периметру, позволяют максимально эффективно использовать возможности зала. Современные звукоизоляционные панели и специально подобранный свет с рассеивающим материалом отвечают основным требованиям студийных павильонов. Направленный звук и высококачественная конференц-система создает комфорт не только участникам мероприятий, работающим в зале, но и пользователям, находящимся по ту сторону интернет-вещания. Самые свежие новости или актуальные тезисы можно увидеть на панели «Бегущая строка». Модульные залы с использованием уникальной трансформирующейся мебели, изготовленной специально для медиа-центра, позволяют быстро оптимизировать помещение под формат мероприятия, начиная от заседания круглого стола на 25 посадочных мест, заканчивая форумами или пресс-конференциями с участием 65 гостей. Предусмотрен многофункциональный холл с зоной отдыха, где для журналистов организованы кофе-брейки, а также рабочие места с беспроводным доступом в интернет для оперативной обработки материалов. Республиканский мультимедийный центр «Саха-Медиа». Мы открываем новые возможности.